Ёб твою мать. Дэн, вот рекомендую тебе человека, Виталия. Вот он тебе в модусе пригодится. У него тут нотки разные. Дубовые, яблочные, еще что-то. Так что... Конопляне. Тебе, кстати, привет. Можем, умеем, практикуем. Можно назвать трофеем, да? Ты не можно, а нужно. Вот сюда. Нет, плавничок под сюда. Да, и вот так. О. Бля, пятьсот в кадр не влазит. Держи это. Хотел тебя красиво. Вообще можно, знаешь, как можно на пару лет запрет сделать на них сам. Кто это слушал бы? Это надо проверки это ужесточать. Кто игру слушает, все это будет. Люди вот таких забирают. Синие лодки 100% забирают. Да и не синие, многие. Я их уже перевыпускал, знаешь, что ли? Что? Представляешь, он вырастет какой можно. Так, что-то Илюша хороший поймал. Метрах. Ой, хороший, ой, хороший, ой, хороший. Да, он прям сидел там на этом еле-еле. Так, ну все, стой. Так, ну вот такой фиолетовый, с желтыми пятнами. Новый, кстати, цвет от Герман, под оригинал сделан. И вот такой неплохой судачок. Так, ну что, друзья, первая вечерочка, первая рыбка. Рыбка на 2900, почти трешечка, взвесили, экземплярчик неплохой. Вот на такой воблерочек. Ловим дальше. Посмотрим, что будет дальше. Но на самом деле, пока я бы сказал, что так реально опять трудовая какая-то рыбалочка. Но это первый вечер. Так, я поставлю отрапала танцора.
Андрюш ставит фиаль... Какого ты ставишь? Я хотел такого поставить. Андрей ставит от Германа такого красножопика, бандоса. Не разу его, потом черный попробую. Потом хочет черного. Посмотрим, что будет. Не знаю, что придумать. Надо что-то вот какое-то... Мягкое? Ну вот знаешь, как эти... На... Прорезиненные. Прорезиненные, как на бампера, может быть, что-то клеят. Ну вот надо ширину. И как приклеить, чтобы они... Это можно саморез посадить. Но просто если блин отвалится все, потому что дырки будут, будет некрасиво. Ну, в плане вот реально удобная палка. Без колец. Вроде мелочь такая, а приятная. Ничего там не будет. Ну вот единственное, когда вода грязная, там... Здесь не задеваешь ничего. Ну вот да, вот забивается. Ну, по весне, по осени, летом взял. Так, взял опять на танцоры, блин. Ёкарный бабай. Столько-то у меня лежал. Раполовский тампокс. Финский тампокс. Что, надо? Нет. Все, все, сейчас пойдешь домой. Домой, говорю. Блин, буду ставку на него делать сегодня. Я чувствую, он мне и сама принесет. Вот чувствую я. А ты чувствуешь это, нет? Опять засадил в хрень. Внимай. Отдай мой тампокс. Сложнее отцепить будет, турники большие. Отцепил. Вот так вот мы спасаем свои воблерочки. Да ты не дураков не слушай, это еще как питается. Вот она так вот над водой летает, наверное. Да там даже видно, как она ее чавкает, блин. Что значит она не питается, блин? Гугл открой сначала, перед тем, как писать херню всякую. И ну, проверит, питается она или не питается. Что позориться тут? Люди просто даже говорят, читать не хотят.
Я вот порой даже, ну, что-то не знаю, что я буду отвечать. Я раз в Google залазил, блин, что-то раз там посмотрел, там, ну да. Описать ахинею всякую. Какой вот он. Стоит? Без поклевки. Давай на всякий случай, не знаю там. Тяжеленький, но. Поменьше чуть. Кабанчики хорошие. Так. Белый ходок. Беляшок. Очередная клыкастая морда на белый бандос от Герман. Хорошие такие, упитанные. А. Что у нас? Изогнутые все. Что? Коробка лежит, что ли? А там коробка, да. Фиолетовый, да, Андрюш. Фиолетовый. Фиолетовый батон. Андрюшка. Ну ты весь день спишь, блядь.
Фиолетовый, новый от Герман цвет. На судах, зараза, криминальный. На этом, кстати, жив. А, он здесь у меня. Сколько-то в нем? 38. Первый рыбак. Так. Блин, прям вообще на мелике 2.5 метра. И опять фиолетовый. И опять на лучший, блин. Так, Андрюх, долго думаешь, блин. Берешь, смотри, вот здесь его, и все, вот так. Ты нехуй с ним думаешь, блин. На, фотку держи. Сейчас погоду держи. Передать хочешь? Ну да, или держи его прямо вот здесь. Смотри, нет, ты сейчас опять возьмешь его, смотри. Да, я его возьму. Не нужно воблеру. Да ладно, в пизду, давай я тебя сфотографирую. Андрюша, все, погодь. Веришь в цвета теперь? Вот как вот это? Каждому свое, что ли, получается? И причем вот сейчас какое-то время с ребристой работал, да? Вот так вот. Сейчас он поставит. Блин, все. Фиолетовый, просто жесть. Ну, мелочь. Брыщ.
А? Ну, это мелочь. На те же точки стоит. Мы как раз так проходили здесь, но он здесь близко к берегу держал. Берешь за хребет, да, вот так. А. Положи себе там одни что-нибудь под руками. Опять дрыщ. Кошмар какой-то, а? Проходной. Да. Ну эти проходные, блин.
что-то я поймал, но наверх он побежал. Ага. Что, 35? Есть сюда влез. Есть. Камера работает, да? Что-то вроде крупнее. Ставь фиолетовый. Фиолетовый прям вообще, конечно. Фиолетовый. Сейчас, наверное, возьмем. Ну, вот стоит стая. Вот, на точку. Не, ну я точку поставил. На джик можем попробовать здесь. Нормально? Ну, может, проходной так. Тридцать пять, 37, наверное, где-то. Так, ну будем считать, пока еще одно место нашли. И всего пока одно. Нормально. Ну, мелочь, конечно. Опасно.
колечки загинать надо. Ближе к жабрам, да, вот так вот пальцами прям прижимаю его. Эх, это трещары, блин. Крутит, крутит, но это. Угу. Стрекозы что-то нет нифига. А? Ты обратил внимание? Да. Я, кстати, здесь не уезжал, обратил внимание, что она появилась. Здесь она должна раньше быть. Как стрекоза пойдет, так мошка, ну, мошка пойдет на уголь. А ее что-то нету. Обычно едешь, она в лодке здесь собирает. Вот это да! Вот это хороший. Вот поглубже. Да, это двушечка точно. Ну, двушечка точно. Может, даже больше. Не-не, ты сюда пока это... Ты его увидишь, сюда по нему подведешь. Да. Подожди, это конкретно. В принципе, даже лучше такая погода, чем Дуката. Так что главное найти его. Он по-любому он где-то стоит. Высокая вода, низкая вода, вот, блин, вот, просто найти его. Да. Может быть, там вообще слоны. Сыр.
прижимает его, что ли. Это дуплетами фигарит. Одних и тех же. Вы всю рыбу выловите. Вас уже несколько раз я видел. Ну чего, рассказывай. Ноль, блядь, вообще, у всех нас. В храбулаке ноль? Да, у вас что там? Блин, ну, у нас здесь хорошо ловится, но очень много мелочи. Мы только троих забрали, ну такие где-то, сколько там, в районе двушки, наверное. Полтора-два. Такие в районе двушки три штуки, а остальные, ну прям дрыщи вообще. Ну поймали, наверное, штук 10. А где вы ходите? Здесь у леса рыба. В каком плане ноль? Вообще, то есть, ни мелочи, ничего? Ни одного, ни одной поклёвки вообще, вот ради ноль. Охренеть можно. Пиздец, вот тебе и слушай, ну его искать конечно, надо. Вот я говорю, вот мы ходили с утра, мы до 5 часов ничего не поймали, была только одна хорошая поклевка. До 5 часов. С 5 часов начали ловить. Ну, место вот нашли, просто вот приехали вот в одном месте. И здесь пятачок такой, знаешь... Ну, я не знаю, сколько, метров 300, может быть, все. Вот ни раньше, ни позже нету. Ну, стоит прям стая мелочь. И среди них попадается вот там, ну, троих мы забрали. А какой цвет? Фиолетовый. Который с этими желтыми? Да, с желтыми точками. Но ребята ловят и на зелено-желтый с точками. И на белый с черной башкой, да. Жесть, вы что-то меня расстроили. Я думал завтра поехать в Карабалык. Я думал, вы там сейчас обрыбитесь. Не, вчера, ладно, давай. Давай. Да. Хорошо, что не поехали. Чуечка, Улюша, чуечка. Какие есть? Осталось еще чуечка. Бля, трендец, вот приехали, вот трендец, бензин скатали бы. Да. Странно, очень странно. Почему в храбулке нет? Потому что есть Илюшка у меня. Так, Андрей взял такого замечательного клыкастого. Вот на такой фиолетовый. Вот про него мы вам рассказывали. Вот такой судачок, вот на такой рыжий. Упитанный, хороший. Пузиком почесать. Ну что, ребят, встали в очередной раз ранним утром. 4 по местному, 3 по московскому. И за судаком на поиски клыкастой морды. Ё-мазай! Ё-мазай! Андрюш, поздравляю! Ого, я же тебе сказал за тебя. Так, у меня там окунь где-то болтается под винтом. Да подожди, лодочка-то улетит. Окей. Сейчас, подожди, сейчас. Ты дурак.
Андрюш, слушай, а ну не знаю, подожди. Осторожно, не столкни. Я прям подведу, а ты его потом подведешь. Ты только когда увидишь его, тогда это. Не-не, убери его. Слушай, здесь хорошая стоит особи. Теперь завтра с Жигом сюда. Что, друзья, мы его поймали. Андрюша.